Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и наконец-то сегодня обзор пустых баночек, и получается за два месяца, за декабрь и за январь, поэтому получилась огромная сумма наших трат. 44 баночки от производителя Oriflame, 5 баночек от других производителей, ну скорее всего это что-то присылали на обзор, сейчас посмотрим, и 3 баночки от компании Siberian Wellness, с которой я сейчас сотрудничаю. Что получилось по деньгам? Шок. От Oriflame на 33 394 рубля, это по ценам текущего каталога, естественно не высчитывали там скидки, акции, на 990 рублей по ценам каталога Siberian Wellness и 2608 рублей другие фирмы. Итак, давайте начнем, потому что пакет очень большой, даже не все поместилось, и я вот с самого начала буду смотреть. Так, какой-то крем для рук, это отдала дочка. Так, крем, 99 рублей, то есть недорогой, маленький, использовала до конца. Она сказала: мам, крем как крем. Крем-баттер для рук, обычно это хорошее глубокое питание и восстановление, но я не пробовала, поэтому никакой рекомендации дать не могу. А вот этот флакончик, он не такой уж и маленький, это скраб Sammy Beauty, может быть помните, одна блогер, даже забыла как ее зовут, присылала мне на обзор свою коллекцию. Ну в общем-то я, как вам сказать, я побоялась пользоваться этим скрабом, я говорю, хорошо, мы его вымажем на ноги, а вот Михаил был в полном восторге. Но этот скраб стоит 1690 рублей, если его сейчас заказывать, объем всего, по-моему, 75 миллилитров, а 85 миллилитров, такой нестандартный объем. Итак, что это за скраб, как рассказал Миша, да, по словам очевидцев, у него очень крупные частицы, настолько крупные, что я побоялась даже дотрагиваться этим скрабом до своей нежной кожи. А Михаил наоборот сказал: это вау, то что ты мне давала из Oriflame, это все просто гладило мою кожу, а здесь я чувствовала такую мощную чистку. Ну у мужчин свое отношение к продукции и коже, у нас свое, да, у девочек. Я рада, что ему понравилось, но он сказал, что за такие деньги я бы даже в его сторону не посмотрел, конечно. Ну вот что есть, то есть. Так, еще один продукт мне присылали на обзор, вот такой шикарный продукт, тоже масло для тела, оно реально как масло, итальянская Ривьера, и уже и по названию понятно, что это что-то мега вкусное. Я вот даже вот вам с удовольствием прорекламирую еще раз, это Мирасион, или Мирасионс, по-моему, или по-другому, покажу поближе название, может быть мне Миша написал. Нет, не написал. А, Mi Passion. Mi Passion, вот так это переводится. Итальянская Ривьера, стоимость его 490 рублей сейчас, но что я вам могу сказать? Для людей, у кого сухая кожа, это будет просто какой-то экстаз. Вот аромат бесподобный, но это вот действительно как взбитое масло, то есть берешь такое некое суфле пышненькое, которое так лопается в ручках, потом начинаешь наносить на кожу, кожа мягкая, гладкая, такая напитанная. Если же кожа жирная, то конечно вам этот продукт не понравится, поэтому вот именно для обладательниц сухой кожи, мне кажется, стоит попробовать хотя бы один раз, чтобы сложилось свое впечатление. Дальше уже продукция Oriflame, в этой коробочке пептиды. Ну по-моему цены нам возможно еще понадобятся, я не во всех ценах ориентируюсь, конечно, но окей. Это пептиды для кожи. Здесь внутри коробочка, в ней 7 ампул. И, конечно, есть ампулы же нужно открывать, и есть приспособление для того, чтобы открыть ампулу. Ой, вот так. То есть здесь лежат 7 ампулок, есть пипетка и есть специальный такой, как это называется, да, чтобы ампулу вставить и отломить крышечку. Вот, что я могу сказать по поводу пептидов. Я их просто обожаю. Это действительно быстрая такая реанимация кожи. Если вам надо, чтобы она подтянулась, подпрыгнула, стала плотной, упругой, ушла дряблость с зоны шеи, потому что вот здесь вот дряблость с возрастом появляется, можно нанести на руки, чтобы они тоже выглядели. Но вот как я называю, это волшебная палочка. То есть нужно к юбилею, к свадьбе, к дню рождения, к какому-то выступлению, мероприятию, к съемкам подготовиться, и вы берете
Вот так вот. Открываете эти ампулки. У меня, например, эффект первого раза. То есть я делаю, утром я сразу чувствую, вау, какая плотная кожа, как она натянулась, ушла дряблость, вообще просто прелесть. Поэтому я вот перед Новым годом я буквально 3 ампулки использовала и увидела классный эффект. Супер, прям рекомендую, если не пробовали. По акции обычно стоит порядка 2000. Вот так вот. Я обычно брала по акции. Шампунь «Мед и молоко» – это серия для обладательниц желательно сухих волос или сухой кожи головы. То есть если у вас вот так вот кожа прям чешется и бывает, что даже вот сухость какая-то в виде перхоти появляется, то возьмите эту серию, такая же маска для волос, именно маска. Вот я в последнее время не брала уже, даже тут маска осталась, не брала крем для тела из этой серии, потому что было очень большое разнообразие, то одно, то другое. А вот маску мы брали всегда, потому что она отлично питает сухие волосы. И если нужно кончики, да, тоже привести в порядок, чтобы они были такие рассыпчатые, не стояли колом или, да, ершились, а именно гладенькие, нанесите эту маску, ну не на 3-5 минут, а прям походите с ней минут 15. Вот дайте волосам напитаться, чтобы они разгладились. Вообще классная маска. Супер просто. Кстати, если уж говорить про волосы, то давайте сразу вот достану два продукта. Масло для волос Элио. Вот это масло с распылителем. Я его не любила, я его брала дочке, потому что ей наоборот нравилось. А я люблю масло жирненькое. Кстати, когда я уходила из Oriflame, последний заказ я как раз взяла, по-моему, 3 масла Элио, именно ночное масло. Оно мне нравится, оно прям классное такое. Как вы видите, по состоянию моих волос, они у меня осветленные, очень длинные, и я их выходила из черного цвета, то есть здесь еще, наверное, не все сросло, где выход был, и какого они хорошего качества. Правда, я делала кератиновое выпрямление, но это было... Когда это было? Это было осенью, по-моему, в сентябре. То есть уже прошел сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. 5 месяцев. Поверьте мне, что это, ну, это реально просто волосы хорошо выглядят, когда вы им даете маски, бальзамы, масла, когда вы за ними ухаживаете, когда вы их не мучаете феном и расческами всякими электрическими, которые жарят их и сушат. То есть чем больше вы даете волосам заботы, правильный такой, да, рациональный, тем лучше. Я, конечно, в восторге от ухода Oriflame. Сейчас буду пробовать потихонечку, когда закончатся мои запасы продукции Siberian Wellness, и буду говорить о ней. А это мой любимый бальзам. Я его всегда даже разрезаю. Это именно, даже не бальзам, а это кондиционер против выпадения волос. В нем, наверное, в составе какие-нибудь силиконы, потому что вот смываешь его с волос, и потом вот волосы шелковые, вот они прям струятся. Вот так, знаете, запускаешь, вот и до конца вот пятерня, да, проходит. Вот это я люблю. А если рука заходит и застревает, значит, ну, волосам недостаточно ухода, недостаточно питания. Подумайте об этом. Далее здесь у нас... Ой, слушайте, а это Миша показывал или нет? Сейчас, секундочку. Сейчас я вскрою. Как раз он, наверное, вот это не показал флакончик. Мне тоже как-то присылали на обзор несколько вот таких вот в пластиковых дешманских емкостях разливные какие-то духи. Мне они вообще не понравились. Мы их использовали вот эти вот, использовали как освежитель воздуха. Но знаете, вот именно в этом аромате нотка такая, как алоэ. Вот такое вот что-то зеленое, травянистое, и мне прям вот понравилось. Я не хочу, чтобы это так пахло от меня, но когда это пахло в доме, да, там в ванной мы распыляли, слушайте, это было прям прикольно, вот реально очень нравилось. То есть такое в доме что-то такое зелененькое. Но сейчас вторые тоже используем как освежитель. Это ужас. Я уже дочке сегодня сказала, говорю, пожалуйста, не надо их использовать, потому что у нас так... Такой неприятный аромат. Я не очень чувствительна к ароматам. И если мне аромат не нравится, то хоть из дома беги. Я прям говорю, убирай его, давай его. Кстати, следующие пустые баночки мы его как раз и выкинем. Так, дальше. Закончился у меня вот такой продукт. Это эссенция с пребиотиком для лица. Когда коже не хватает увлажнения, то берите пребиотик.
Это классный продукт, хорошее увлажнение. Его наносим после очищения под сыворотку или под крем. Даем впитаться, он быстро впитывается, можно прямо на лицо, на шею, на руки. В нем можно купаться. Это полезно для всех живущих на коже бактерий, особенно для тех, которые пришли в гости, вот, чтобы их накормить, чтобы они не питались нашим, чтобы хватало. Крем для рук, мой прям любимчик, грейпфрут. Обожаю этот аромат грейпфрута, я и плод этот люблю очень сильно, и ой, какой же он клевый. Тут, видите, тут осталось даже чуть-чуть. Ну, я запас сделала, у меня, по-моему, 3 флакончика есть, так что кремом я обеспечила себя надолго. Чем он мне нравится? Вот его наносишь, он такой жиденький, видите, его вот прям минута, и он исчезнет, никакой липкости, ничего, останется на руках только, ну, гладкость, мягкие, гладенькие, при этом вкусно пахнущие ручки, вот прям чудо. Слушайте, не работаю в Oriflame, да, рекламирую, как будто бы это просто моя любовь. Да, и это, кстати, моя любовь тоже. В Siberian Wellness нет тонального средства, я даже хотела сделать заказ. В этом каталоге заметила, там для бровей новая штучка появилась. Думаю, хорошо, дождусь, когда будет скидка вот на это тональное средство, потому что мы с дочкой его прям обе любим. Тем более тон такой классный для нашей белой кожи, такой светлый. Сейчас скажу, на конце 82. Это Everlasting, адаптивная, с высоким SPF 30. То есть и на лето она классно подойдет, тональная основа. Так что буду заказывать периодически. Крем для кожи вокруг глаз. Мой любимый экологен. Кстати, сейчас пользуюсь еще этой серией. У меня, потому что запас был дневной крем, ночной. Ultimate Lift еще. Хотя я уже хочу попробовать Бионетику, которую, ну, разрекламировали девчонки, что в Siberian Wellness этот крем, хотя одна банка стоит порядка 6000. Просто обморок, да? Но крем, который подходит сразу и для кожи вокруг глаз на утро и на вечер, и одной банки, очень экономичный расход, хватает на полгода. Что правда? Я себе заказала маленький тюбик, 3 раза попробовала. У меня, знаете, такой маленький как бы шок. Не знаю, у меня здесь есть этот крем или нет. Хотела просто сравнить. Наверное, нет. Я очень люблю крем и коллаген, просто обожаю, потому что у меня состояние кожи с ним такое напитанное, увлажненное, классно. Вот закончила крем из серии Optimals, аж с головы вылетело название Optimals. Знаете, вот что в них есть, какой момент? Иногда он скатывается на лице, то есть нанесешь, ну, чуть-чуть, да, вот он плотные, они чувствуются на лице, да, они работают классно, кстати, это так от пигментации хорошо выводит пигментные пятна, но я их чувствую на лице, и иногда вот так потрешь, и катушки пошли по коже, вот, это не очень приятно, но крем классный, работает, и хочу попробовать Бионетику, почему? Нанесла 3 раза, по утрам пробовала. Настолько ощущение приятное, во-первых, аромат какой-то просто нереальный, я его нюхала, как это называется, ароматический оргазм, да, я прям испытала, потому что я даже понять не могу, нужно состав почитать, что в нем. А какая гладкая кожа, и поры все исчезли, кожа гладенькая-гладенькая. Девчонки говорят, что это как жидкий ботокс, то есть он постепенно пользуешься, и лицо становится таким натянутым, гладким, красивым. Но я не знаю, я хочу попробовать, меня уже даже цена не пугает, я думаю, если такой эффект, то надо пробовать. И вот крем для глаз и коллаген, тоже классно, что он с дозатором. И кто меня давно смотрит, знает, что я обожаю все с дозаторами, я люблю, чтобы не лазить пальцем в эти банки, не оставлять там свои бактерии, да, и мусор прочий. Вот, но тем не менее. Так, что у нас Wellness 1 тут лежит. Wellness Pack тоже запасов сделали. Этот закончился, но я сейчас витамины не пью, я пью только для очищения организма, сейчас пью истоки чистоты, как-нибудь тоже расскажу про это, очень боялась начинать, потому что я думала, а вдруг у меня начнет, как это, да, там из туалета не буду вылазить, или еще что-то, я очень переживала, я такая сыкуха, но начала пить, все нормально, ребят, чувствую себя великолепно, и пью магний, потому что он очень хорошо успокаивает меня, расслабляет, у меня нервная система успокоилась, я так сплю хорошо, прекрасно, вот, это витамины выпила дочка, я говорю, так, пей, запасов много, там, по-моему, еще 5 пачек витаминов стоит,
Так, что дальше? Кстати, по поводу витаминов. Вот давайте немножко про это поговорим, прежде чем я дальше продолжу. Вот кто-то пишет, что витамины пить нельзя всегда, это надо пить их курсами. Вот, ребят, ну вот я сейчас очень много смотрю информации, ученые, выступления, да, доктора наук и так далее. То есть значимых людей в науке. И они все в один голос говорят, что сейчас вы должны пить витамины столько, сколько вы едите. То есть столько, сколько вы живете, вы должны каждый день пить витамины, потому что из питания вы не получаете витаминов практически, да, там мизер, даже тот, кто живет в сельской местности и говорит, ну мы же в сельской местности, у нас все натуральное. Ну да, так было раньше, действительно, продукция была хорошая, сейчас нет, потому что экология, она везде, на всей планете. То есть если где-то что-то случилось, то оно постепенно, да, захватывает все, и деревню в том числе. Поэтому витамины нужно пить столько, сколько едите. То есть пока мы живы, мы пьем. И еще хочу сказать свои результаты по многим летам уже. Я даже не помню, лет 12 я пью витамины регулярно. Пила Wellness, сейчас буду пить Siberian Wellness. Пила Wellness от Oriflame. Что я хочу сказать? Ребят, колоссальные изменения, просто колоссальные. Во-первых, волосы как растут, прекрасное качество ногтей, улучшение состояния кожи. Это то, что видимо, это то, что снаружи. Следующий момент. У меня сустав, да, моя проблема это суставы. И вот коленный сустав, который меня мучил с детства, еще помню, папа меня из деревни возил в Саратов, мне лет 8 было, у меня адская боль была, я не могла просто, да, как бы ходить полноценно. И мне назначили какие-то там натирания, мне не помогли, но потом это опять проявилось, а я люблю велосипед гонять и так далее. И, ребят, это был просто трэш. Я начала пить витамины, у меня прошли боли в этом суставе. Прошли. Потом у меня прошел гайморит, который меня каждый год мучил 2-3 раза. Кто знает, что это же адская, просто адская боль, когда ты ничего не можешь делать, голова как телевизор. У меня прошло, знаете, да, песочек в почках, который формируется в камешке, и они выходят, и это просто бегаешь по потолку, возят в больницу на скорой, ставят систему укола. Вот у меня это прошло благодаря витаминам. Поэтому да, не важно, какую вы выберете компанию, главное, чтобы это были хорошие, да, витамины, не однодневка компания, и пейте. Вот на этом экономить нельзя. Я считаю, что витамины это как наш, да, вот мы планируем расходы, и это статья расходов на питание. То есть нам на питание нужно на месяц примерно столько-то, столько-то, и прибавляйте туда витамины на всю семью. Просто это раздел питания. Вот, рассказала немножко, поехали дальше. Еще один кондиционер, серия HRX, да, классная серия, очень хорошие шампуни, кондиционеры, все здесь суперское. Так, здесь, к сожалению, не закончился флакон до конца. Была лимитированная серия в лето, охлаждающий лосьон для тела с ароматом арбуза и лимона. Очень прикольный, но он у меня просрочка пошел, кстати, до 22 года, год назад. И я про него забыла и потом понюхала, а он уже все, пахнет плохо, поэтому я его, к сожалению, чуть-чуть не использовала. Дальше, дезодорант. Шариковый, я люблю только шариковые, мне они очень хорошо помогают. Скраб для тела, мед и молоко. Если вы ни разу не пробовали, ну закажите, попробуйте. Обалденный скраб, это вот прям любовь-любовь. Гель для интимной гигиены. Вот именно такой люблю, не люблю рефил, у меня на него пошла, как я говорю, изжога, то, что было очень плохо, очень некомфортно. И спас меня, знаете кто, не доктор, не лекарство, а я просто рефил отставила и достала вот интим гель именно с желтенькой крышечкой, то есть крем кремовый, который для взрослых девочек. И просто два раза помылась им, и все супер, все моментально. И больше рефил я не беру и никому не рекомендую, хотя девочки писали, что у них все супер, никакой реакции негативной не было, а у меня была. А я всегда говорю то, что со мной происходит, я не знаю, как у кого, да, у меня вот так. Вот мой любимый продукт, за которым я, наверное, тоже буду возвращаться в Oriflame периодически.
Хотя, конечно, попробую. То, что есть сейчас в компании Siberian Wellness, я уходовые средства еще не брала, но я про них читаю, читаю отзывы, смотрю рекомендации, у меня глаза такие потихонечку открываются. Если я раньше думала, что я без NovAge жить не смогу, то сейчас я думаю, что я буду круто жить без NovAge, даже, может быть, еще и лучше. Ну, посмотрим. Пока не попробовала, не знаю. А вот средство для снятия макияжа – это двухфаска. Половинка белая, половинка синенькая. Ее надо смешать на ватный диск и подержать. Но я предварительно всегда водой немножко смываю тушь, косметику. Просто водой размягчаю, чтобы легче было смыть, чтобы не тереть это все много ватных дисков и да много вот этого. Как хорошо убирает макияж. Я перепробовала вот все средства в Oriflame. Выходили, которые только были, гидрофильное масло, и все мицеллярные воды, не удаляют они макияж, ну не удаляют, ну не могут они это сделать, что с них взять. Так, еще один продукт, это еще из старой коллекции, я даже не знаю, как оно здесь оказалось, наверное, у дочки было еще в остатках, может быть, тоже масло Элио в старой версии, кстати. Вот старые масла мне нравились больше, чем обновленные. Они и пахли лучше, и как-то на волосах они лучше были. Еще одно тональное средство Aqua Boost для тех, у кого кожа сухая. Вот такой вариант. Тоненькая, легенькая, незаметная, хорошо перекрывает недостатки, увлажнит лицо, и SPF 20. Тоже очень даже хороший вариант. Вот тоже средство, которое я люблю, вернее продукт, не средство, а продукт. Это маска спа, Schwedisch Spa. Салон, как это, спа-салон на дому можно организовать. И эта маска, она круто питает кожу. Я на ночь мажу, кстати, у меня тоже в запасах, по-моему, 3 тюбика. Я на ночь наношу, и видите, вот мне 49 лет будет уже вот в мае. И у меня кожа не как пергамент, да, вот бывает иногда смотришь, личико хорошенько, а руки уже такие скукоженные. Ну да, возраст, как говорится, время, оно над всеми имеет власть, и невозможно избежать процессов старения, но их можно так вот отодвигать хотя бы чуть-чуть и все-таки, да, радоваться своему отражению. Я недавно была на юбилее 29 декабря, и там встретила много старых-старых знакомых, с кем мы как-то пересекались, да, у юбилярши. И потом ко мне пришла подруга и рассказывает, говорит, я угораю, девчонки, кто вот с тобой там увиделись после многих лет, они меня замучили, что она с собой делает, что она колет, какие она подтяжки делает. Она им говорит, ну насколько я знаю, она ничего не делает. И спрашивает меня, ты точно ничего не делаешь? Я говорю, я тебе клянусь вообще, вот я ничего не делаю, только wellness на регулярной основе и NovAge. То есть, если вы знаете, я никогда не экономила на себе вот в плане красоты. Я понимаю, что wellness витамины, они нужны и для внутреннего состояния организма, и на коже. Мы есть то, что мы едим. Вот и все. Просто не экономьте, не жадничайте, и все у вас будет классно. Так, что это? Шампунь. Кстати, кокос и пшеница очень хорош для сухих волос. Поэтому я его тоже любила, и вот видите, да, я брала разные, и Love Nature, и Hair X, Botanicals, я очень люблю серию тоже. Так, здесь у нас гель для душа, Feel Good, очень такой позитивный продукт, их 4 в линейке геля, они с натуральными эфирными маслами. Короче, это вкусняшка. У меня сливовый, я его больше всех любила. Ну, кстати, они мне все нравились. И лавандовый иногда брала, но редко. Больше я любила все-таки такие фруктовые какие-то ароматы. И также я пока к ним и склоняюсь. То есть я люблю либо что-то такое травяное, лесное мне нравится, либо цитрусовое, или чтобы фрукты. Но если аромат цветочный, то ко мне вообще просто не подходите. Я не люблю. Кстати, в Oriflame есть аромат Giordani Gold Essence Blossom. Он белоцветочный. О, да, он хорош, но я его, нет, не полюбила. Так, краска. Вот, кстати, я сегодня красилась, но сегодня уже февраль, поэтому та упаковка пойдет в февральские пустые баночки, а это еще перед Новым годом я делала окрашивание. Сегодня посмотрела, думаю, мама дорогая, уже получается месяц и еще неделя,
Короче, я красилась 28 декабря. А, нет, 29, нет, 28, да, я покрасилась. И вот, сильно отросли корни. Очень классная краска. Она ухаживает за волосами, она прокрашивает седину, она блестит на волосах, она не вымывается, как есть некоторые краски. Моешь, они смываются, и волосы как будто такие вымытые, знаешь, эти выстиранные. Бывает вещь такая, уже вроде бы еще можно носить, но уже цвета нет такого яркого, сочного. И вот то же самое иногда на волосы смотришь, и понятно, что они прям вот... Краска из них ушла, да, из жизни ушла. Так, далее выпила я еще одну банку коктейля. У меня там, кстати, еще две банки. Одну я подарила подруге, это то, что приходило за 1 рубль. А так коктейль стоит в каталоге 5700. Ребята, зашибись, просто цена такая. Я бы, конечно, никогда не купила за 5700, это очень дорого для меня. Как бы, ну, не знаю, мне кажется, это шибко уж дорого. Но за рубль это просто наслаждение. Сейчас пью шоколадный. Этот коктейль для контроля веса, но он просто полезный, в нем такой состав классный, просто если можете себе позволить пить коктейль, пейте и будьте здоровы, да, пейте и будьте здоровы. Ого, сколько тут еще всего. Так, что здесь? Эта дочка дала мыло, даже не знаю, ну вроде сказала понравилось для лица. Несколько пакетиков, давайте так по порядку. Две пачки от патчей с киви. Я, кстати, их также все люблю. У меня запас годовой есть патчей. А маска тканевая для лица, антиоксидантная. Так, пришла Лера, скулит собака. Мани хватит. 5 minutes later. Так, следующий это шампунь с углем. Кстати, очень крутой шампунь. Шампунь-скраб с углем, но он сушит. То есть, если я им пользуюсь, то не часто. Например, я им попользовалась, потом 3 раза без него, потом могу опять. Смотрю по состоянию волос, если вот вижу, что хочется как-то вот очистить кожу, то да, но на самом деле сушат сильно, поэтому у кого волосы жирные, для вас это будет просто песня. Потом, конечно, они такие блестящие, становятся красивые. Так, это делала маску Wound. Кстати, набрала вот таких масочек, пробничков на подарки. Ну, часть раздарила, часть у меня осталась, но мне вот одного пробника маловато все-таки. Буду теперь по 2 делать, чтобы прям вот больше для кожи. Хорошо увлажняет, хорошо питает кожу. Ну, приятная маска, серия Wound. Ну что, я думаю, что уже все попробовали. Так, мыло. Мыло классное тоже. Мыло в Siberian Wellness только есть жидкое, поэтому будут нырять тоже в Oriflame за мылом кусковым. Кто помнит такого старичка? Чуть-чуть даже осталось, уже надоел. Какой запах, знаете, был настолько нежный, приятный, а потом, видно, долго-долго стоял Tenderly, это первая версия, и он стал какой-то вот уже такой вот старенький. И я его даже не допользовала до конца. Ой, сколько декоративной косметики, держитесь. Великолепный консилер для того, чтобы высветлить кожу, да, убрать недостатки. Тоже вот этот закончился, сразу открываем новый, очень нравится. Подводки для стрелочки, чтобы рисовать серия. Старенькая еще в Реми, потом The One. Подождите, да, ну вот эта вот молодежная серия. И что хочу сказать, я их очень люблю. У меня даже сегодня стрелочки накрашены именно такой подводкой, потому что она мне нравится. Кисточка удобная, классная. Вот, еще одна. Просто эти старенькие я выбрала. Еще одна тут золотая, одна синяя. То есть я все, что уже просрочку, периодически делаю разбор, так нахожу. О, лежит просрочка, надо выкинуть. Потом, значит, вот этот продукт уже сняли с производства, а зря. Потому что серия The One, вот, мне кажется, славилась этим гелем для ресницы, бровей. Видите, он такой уже старенький. И что я хочу сказать, он действительно восстанавливал ресницы, и они укреплялись, перестали сыпаться, у кого сыпались, и лучше росли и становились темнее. Я не знаю, почему такие классные продукты убирают. Мне кажется, это прям ошибка. Так, 2 туши для ресничек из серии Giordani Gold. Я не очень любила эти туши, но периодически их открывала, видите, да, одинаковые кисточки. Ага, даже вот в этой еще тушь какая-то осталась. Ну, когда они становятся старенькими, я их тоже выкидываю. Все-таки больше всего мне пришлась по душе тушь 5 в 1.
Я даже брала себе из последней линейки Giordani Gold силиконовой кисточкой, супер, по-моему, супер тушь какая-то. Да, она классная, но все равно я не могла ей одной краситься, я брала ее только в паре с 5 в одном, чтобы расчесать и уложить реснички. Вот, ну, 5 в одном — это великолепная тушь. И вот такая Tremendous розовая. Я ей тоже пользоваться не смогла, пользовалась дочка. Для меня слишком большая кисть. Я ее подношу к глазам и уже такая... Нет, не могу, не люблю такие вещи. Так, 3 масла чайных дерева. Вот, ребят, это бомбический продукт в Oriflame, просто уникальный. Всем тоже рекомендую. От укусов, от ожогов, от ранок, от прыщей, от зубной боли, вот знаете, какое-то воспаление, ушибы, синяки, самое главное, порезы, растяжения. Вот все, что произошло негативное, у меня вот это масло чайного дерева занимало половину, наверное, аптеки. Что бы ни случилось, да, мы все сразу чайным деревом, поэтому расход большой, и, естественно, я за ним тоже буду возвращаться в Oriflame. Ну, он уникальный, что уж тут говорить. Да, все хорошо. 2 смягчашки, 2 бочонка смягчашки. Мы их называли, на самом деле, смягчающее средство. Ой, такое уже не купить нельзя. Это со смородиной, а это, по-моему, с морожкой, что ли. Вот забыла, синяя с чем было, но вкусненько пахли. Что делает смягчающее средство? Вот все, что сохнет, все, что болячки, да, вот сухая кожа, может быть, пятки, колени. Я мажу полностью ступню. Вот у меня кожа сухая, и я прям промазываю тут все вот эти вот, где на топтыши могут организоваться, пяточки, все вот тут вокруг пальчиков, ноготочки. То есть, когда я делаю, ну, помыла хорошо, все очистила, поскрабила, постригла ноготочки, все вырезала, я обязательно прям обильно намажу смягчающим средством, чтобы все напитать, чтобы ножки были мягенькие, как у младенца. Мне это очень нравится. Так, пакет у нас почти заканчивается. И здесь масло. Вот в этом тюбике масло шикарное. Я им не люблю пользоваться. Почему? Вот когда что-то долго, надо его в стакан с горячей водой положить, потом помыть волосы один раз, промокнуть их, нанести это масло, походить. Тут написано минуту, но на самом деле минут 15-20, ходите смело. Чем дольше, тем лучше. Сделайте такую турбо-баню. Волосы восстанавливает просто вот так классно. У меня дочка им пользуется, я куплю себе, а потом ей все равно отдам. Куплю, все равно ей отдам. Так, еще закончила зубная нить. Вот, кстати, тоже рекомендую, все время беру вот в Oral-B, ну, это в аптеке можно купить, в магнитах, везде, где вижу. О, зубная нить заканчивается, наверное, да, тут, ну, на просвет можно так. Примерно я понимаю, что скоро кончится. Я всегда беру каждый день, все нужно прочищать, потому что щетка, она не сможет прочистить, даже электрическая щетка все равно она не сможет настолько хорошо почистить между зубами. А когда там скапливается какая-то еда, да, остатки, то развиваются бактерии, начинает кариес развиваться. Поэтому приучайте детей с детства к зубной нити. Я когда хожу к зубному, они мне всегда хвалят мои зубы. У меня нет налетов, у меня нет зубного камня. У меня как бы очень редко зубы портятся и надо лечение. Хотя я все равно хожу каждые полгода, хожу, чтобы провериться, все ли хорошо. Потому что у меня с детства вот этот страх зубных, потому что... Раньше так зубы лечили, ребят, там просто как будто в голове дробилка стоит, вот, это страшно. И осталось у нас 3 продукта, уже успела съесть из компании Siberian Wellness, 3 пакетика. Сейчас вам покажу, вот это жевательный мармелад, его стоимость 180 рублей. Кто-то скажет, чего, жевательный мармелад, 90 грамм. За 180 рублей, да вы с дуба рухнули? Да, с дуба рухнули, персик и манго. Я, знаете, я сначала думаю, просто возьму, попробую, какой повкуснее на вкус. Думаю, просто вот выбрала манго, персик, а потом читаю. Это вкус для настроения, а польза для волос. Да, 180 рублей сказала. Это в 3 штучках, то есть нужно съесть 3 штуки. Суточная норма биотина, то есть это бьюти мармелад, ребята, это для волос, для красоты. О, биотин, это же такой крутой продукт. Такой, я думаю, ого, дай-ка посмотрю. В этот раз я еще заказала, сейчас буду как раз записывать заказ, распаковку. Еще заказала 2 пачки, потому что, во-первых, вкусно, во-вторых,
Я, кстати, такая сластеная, но я заметила, что стало меньше все-таки сладкого хотеться. Потому что вот еще пропила вот такую коробочку. Это малина и гранат, комплекс клетчатки. Что здесь? Комплекс активированной клетчатки. 3,5 грамма в одной порции, цитрусовые пищевые волокна, яблочный пектин, оболочки семян подорожника, гуаровая камедь, плюс гранатовый сок и малина. И вот здесь 14 пакетиков, то есть 14 дней я пропила вот эту вот штуку. То есть достаешь так пакетик, а где половинка еще одна? Потерялась, да? Ну, отрезала, наверное. А, вот она. То есть вот такой пакетик, в нем порошочек. Его высыпаешь в стаканчик воды, но я не полный, да, беру прям немножечко, по-моему, 100 или 150 миллилитров. Где тут рецепт? Да я так на глаз прям, да, вот 100-150 миллилитров еды. Один раз в день в первой половине дня за 30 минут до еды, я перед обедом. Развожу, выпиваю. Оно, знаете, вот как кисель, вот такой киселечек прям. Сколько стоит, да, надо сказать? 490 рублей. 490 рублей. Но учитывая, что у меня кэшбэк 25%, то да, ну, делите сразу, там большая сумма, четвертая часть возвращается. Очень вкусно. Он такой кисленький, такой приятный, прям пропила с удовольствием. Для кого он рекомендуется? Для тех, кто, например, решил взять свой аппетит под контроль, чтобы жрать меньше сладкого. И вообще, кто хочет сесть на диету, давно, да, хочет сбросить вес. Вот вам, пожалуйста, пейте вот этот вот приятный напиток, очень вкусненький, и он поможет вам победить лишний вес. А вот этот продукт, это просто бомба. Вот прям в каждую семью срочно. Я сразу нам купила, родителям купила, съели. Я сейчас еще новую баночку заказала. Это пик. Пик — это природный инулиновый концентрат. Пока гуглите, что такое. 320 рублей стоит вот эта баночка. Что такое инулин? Когда открываешь, кстати, вот диабетикам очень полезен. Когда открываешь, думаешь, фу, я что, буду пить эту гадость? У меня первое было такое впечатление. Я не хочу. Его, значит, нужно половину чайной ложечки, то есть кофейную ложечку, развести с водой, дать ему постоять минуток 5 и пить. А он не растворяется, потому что это вот плоды топинамбура, да, вот это вот картофелина такая, его видно там как-то измельчают или что, и он не растворяется. Просто я уже ложечкой его ем, это ужасно, это невкусно, это неприятно, то есть это не вот эти, да, вот вкусняшки. И я такая пью и думаю, зачем мне это надо? Но оказывается, да, вот я чистку сейчас делаю, первый шаг, который нужно сделать, это именно сначала подготовить кишечник к чистке, тем более к антипаразитарной программе. И вот я пила вот это, потом чай, коробочку не взяла, блин, чая. И я пила еще ЭПАМ 11, я по пиву отдала, потому что я его не допила даже, а папа тоже начал вот это пить, и он для кишечника полезный. Но что я заметила, ребят, у нас такие отзывы: папе дала пить, у него наладилось вот это вот, так как испражнение, то есть без клизмы уже ходить не мог в туалет человек. Представьте, пожилой человек, 74 года, проблемы сходить в туалет. Потом в чате у меня девочка пишет, Маша, ребенку год и 7. В туалет ходят с криками, с плачем, по 3 дня ничего не могут сделать. Ванну сажали в теплую, не помогает. Клизму делают, тоже не помогает. То есть какие-то таблетки нужно пить уже. Стала давать пик, просто, там даже дозировка для малышей поменьше. На следующий день ребенок сходил в туалет. Там вся семья прыгает от счастья. Ребят, 320 рублей, подарите счастье своим близким, у кого, да, какие-то проблемы. То есть он налаживает пищеварение, все процессы. То есть я когда почитала вот это все описание, я вам, конечно, не смогу сейчас это все пересказать, но я ссылочку прикреплю вот на эти три продукта, я прикреплю под этим видео, вы зайдите, просто почитайте там описание, состав, отзывы, и все вам станет понятно. То есть, ну, все рассказала, это стоит 320 рублей, вот это счастье. Для многих это реально счастье будет просто. Еще чай закажите, комфортное пищеварение и ЭПАМ 11, и вообще будет полное счастье. И все это стоит вот просто реально копейки. Фух, давно я не записывала видео, тем более такие большие. Планирую все-таки возвращаться в привычный режим. Очень много работы, очень много действий, просто не хватает времени, хотя хочется, конечно, рассказывать о продукции, о своих впечатлениях. Уже первые есть результаты, поэтому, ребята,
Подписывайтесь, если еще не подписались, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых роликах. И всем вам желаю крепкого здоровья. Или так, я вам желаю крепкого сибирского здоровья. Всего доброго, пока-пока.